взял вот этот человек уже минут 10, наверное. Вот эти вот бутылки. Видите, банки сдает. Я не знаю, сколько там каждая банка стоит, но я помню, Серега Гес, он же в Швеции живет. Вот, он рассказывал об этом. Так вот, я сейчас смотрю на этого человека. Вот, смотрите, сколько времени, да, вот идет. Это вот, у нас сейчас минута пройдет, и вот так минут 10 минимум. То есть он, видать, или же много пьет, или же он затарился так хорошенько, или же собирал их. Ну вот, все, пожалуйста, сейчас он снимет деньги. Или еще не все. Я пока сижу здесь на лавочке, перекус делаю маленький. Ну все, видите, копейку снял, пошел. Вот такие вот дела. Думаю, что утверждать не буду, но бутылок 100 он туда точно сегодня закинул. Вот этих банок точнее. Вот, ну ладно. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. И маленькую такую хочу вам показать этот. Видите, йогурт. Просто вкуснейший йогурт. Настолько он вкусный. Я всегда, когда вот нахожусь в Швеции, я всегда его беру. Также вот такие вот булочки. Вот вкусный такой хлеб, то есть булочка. И вот такой йогурт берешь. И такой нормальный заквас получается. Вот женщина пришла посмотреть, не переборщил ли он со своими бутылками. Так, ладно, друзья, выключаюсь.